Приветствую вас, друзья, на просторах игрушки War. Меня зовут Конор. И мы, собственно, начинаем наше прохождение новой игрушки. Буквально-таки недавно... недавно вышедшей. Ну что же. Звуки все стоит на настройках, так я уже пытался заснять, но все вышло неудачей. Ладно. Загрузки все удалены. Можем начать новую игру. Плут. Нет, плут отлетает для меня слишком легко, поскольку у меня уже есть небольшой, так сказать, как бы так выразиться. Собственно, небольшой опыт в игрушках подобного жанра. И спросите вы, Конор, как твой компьютер потянул эту игру? Ответ очень простой. Также вопрос есть, почему не было так долго новых видео? И что вообще произошло с последним видео перед Новым годом? Смотрим ролик, а потом я закончу. Этот город научил меня одному. Все имеет свою цену. Секреты, репутация, жизнь. Доверие? Нет, доверие это слишком дорого. Хотя для меня это все не так важно. В конце концов, когда я вообще за что-нибудь платил? Что есть, то есть. Ну ладно, друзья. Собственно, я приобрел себе новый компьютер. Почему не было так долго видео после Нового года, собственно, в этом году? Да, почесать задницу это всегда нужно. Я приобрел новый компьютер, заказан из России. И мне плевать, что сейчас творится на Майдане, в Крыму и на прочих местах Украины. Собственно, новый компьютер называется Monster. Геймерский ПК. В котором встроены две видеокарты. Собственно, характеристики моего компьютера вы можете видеть сейчас у себя на экранах. Кто смотрит, конечно же, на полный экран. А кто нет, собственно, на экране моего видео. Точнее, в окошке. Ладно. Что здесь еще можно украсть? Так, тут я ящики проверил вроде бы. Да, так, смотрим. Тут ничего. Так, ну вроде бы как все. Ну что ж, пошли. Люди веселятся. Ярмарка. Чем-то мне это напомнило Assassin's Creed. Кому нет? Тот не играл у него. Особенно второй. Ладно. Собственно, причина, почему не выходили так долго видео. Дело в том, что были проблемы на канале. И у меня было, скажем, такое не очень малое количество дел. И я не мог... Кто-то очень любит птиц. Собственно, выпускать видео. Надо ее проверить. Поскольку мой компьютер сломался, я пытался всяческим образом его исправить. Я запустил безопасный режим. И все равно, поэтому даже в безопасном режиме я съемки вести не мог. Так как компьютер тормозил не по-детски. Собственно, я и купил поэтому новый компьютер. То есть сам системный блок. А экран... Что за... Не зря говорят, что крыша — дорога воров. Надеюсь, это не та, о ком я думаю. Я тоже. Ладно. Собственно, экран. Потом я себе приобрету новый и побольше. Так, восьмерочка. Отлично. Я же прыгнул. Опа, есть.
И в скором времени SSD-карту и прочие примочки буду прокачивать, так сказать, свой компьютер. Эрин, отличные сапожки. Это чтобы громче топать? А как бы ты еще узнал, что это я? Басса тебе сказал, что мы с тобой оба идем на это дело, да? Ну я же показался, как ты думаешь? А ты совсем не изменился. Пойдем, как в старые добрые времена. Согласен. Как она... Ладно, не важно. Бежим. Опа. Отличный паркур, скажу я вам. Неплохо система паркура сделана. И чувствую я нам еще... не раз мы еще так побегаем. По крышам. Извиняюсь, конечно. Добрался? Я немножко отлично. Приболел. Ты выбрала этот путь, потому что он короче, или потому что он веселее? Думаю, и то, и другое. Пошли, принесем Басса его долю. Ладно. Продолжаем игру. Держалась бы ты лучше в тени, лучезарная моя. Я разведываю обстановку. Сам знаешь, я люблю быть первой. Опа. Что тут монетки? Кошелечек. Опа, тихо. Сделай себе тоже такой коготь. Увидимся на той стороне. Кажется, тут я не пройду. Какая, а? Надо все разгрузить, пока день солнца не закончился. Давай сначала накатим за хорошую работу. Нельзя оставлять телегу без присмотра. Это же фестиваль. Все воры валяются в кабаках под столами. Не совсем. Стражники тоже наберутся. Опять торговаться из-за штрафа с пьяной стражей? Согласен с тобой, парень. Но про воров не совсем согласен. Ладно. Залазим наверх. Ну же, Гаррет. Ты уже здесь? Ха. Ну понятно. Твой коготь. Давай, залазь. Твой коготь. Завидуешь? Я сама его сделала. Чему там завидовать? Уверен, что стража оценит. Теперь они нас точно услышат. Пусть сначала догонят. Эта штука шумит похуже сапогов, которые вначале упомянул Гаррет. Я пришла за добычей. Я очень рад, что ты пришла за добычей, а не красотами любоваться. Но будь, пожалуйста, потише. Я воровал, когда ты еще училась ходить. Узнаю старого Гаррета. Обставил ее как свою. Как насчет дружеского пари? Посмотрим, кто украдет больше. Ну давай. Я не против, честно говоря. Азарт меня подкупает. Так, R. Отлично. Ничего, тебе показалось. Смотри, что у меня. Эх, мы с тобой и весь город да, наш. Да. Почему мы не работаем вместе? Не знаю. Отличные ножницы, серебряные. Закрывай. Слишком много света. Отлично, браслетик. Надеюсь... Там, где мне не рады, лучше не привлекать внимания. А мне много где не рады. Понятное дело. Вор все-таки. Что с себя взять? Ладно. Золотая труба, неплохо. Записка. Понятно. В таком районе трудно хранить. Согласен. Так. Так. Быстренько поискуем все шкафы. Потуши свечи. И уходим. Так. Закроем дверьки. Как он их нежно толкнул. Даже я так не умею. Так, ну что ж, по-моему, мы все взяли. Можем идти. Если
собираешься мочиться посреди улицы, как стражник? Хотя бы отойди в тень. Эль просится на свободу, дорогая. Я ничего не могу поделать. К тому же, кроме тебя, никто не смотрит. А парень прав. А когда-то ты казался завидной партией. Пошли, попробуем эти индюшачьи крылышки. Дюшачьи крылышки. Ну да. Птичка. Тихо. Сразу я ее не приметил. Что у нас тут еще есть? Бу. Закрывай дверки. Так, что у нас здесь еще? Чем еще богаты эти жители? Видимо, ничем. Ладно, поднимаемся наверх, посмотрим, что там есть. И много ли ты украл? Важно не количество, а то, что ну ты да. украл. В принципе. И как именно ты украл? Похоже, камень Примали, который так нужен Басса, лежит в торжественном зале особняка Нордкреста. Там живет барон. Будет непросто. Волнуешься? Да. И тебе того же не желаю. Бойся. Я все сделаю за тебя. Нет уж, спасибо. Это дело нравится я мне все меньше. Я как-нибудь сам. Хотя я согласен с Гарретом. Мне тоже это нравится меньше и меньше. И что-то здесь явно не так. И что? Тут полно стражи. И они не танцевать на летнем фестивале пришли. Там, где понятное много стражей, дело. Много стали. Воры и клинки не очень-то дружат. У меня нет проблем с клинками. Но опять же, я не просто воровка. Угу, конечно. А, ну у тебя еще неплохой вид заднего плана. С этим я согласен. Поглазеть на твой не задний бампер можно. Прямо на глазах у гостей барона. К тому же без него тут темно. Добыча. Да они постоянно. И ты не можешь его починить? Я похож на инженера. Мы просто не поспеваем за всеми новинками его светлости. Опа. Помоги новичку, ладно? Он уже минут 10 жаровню раскочегаривает. А я что, его нянька? Давай, пока он сам себя не поджег. Взяла, залезла, а мне тут, понимаешь ли, по воде ходить с зажатым контролом. Монеты. Стрелы. Оп. Дурацкий да, сквозняк. Парень, это сквозняки. Надоело, что они именно. Вечно гаснут. Именно они. Стой, ты... Не, подожди. Не, факел погас. Погас, это да. Ты что, меня реально не видишь? Ребят, у вас тут стражники за это слепые маленько. Не, ничего. Ну, как знаете. Как только я зажигаю огонь, он сразу Сынок, гаснет. Ты промасленную тряпку не подожжешь. Я тебе покажу, как надо.
Если сложить слишком плотно, воздух не будет питать огонь. Стоило самому догадаться. Я ведь из семьи углежёнов. Вот как? С тех пор, как открылись заводы, вашего брата не видать. А? Чего? Надо быстро его оглушить, тихо и не убивая. Тихо, спокойно. Парень, иди сюда. Тихо. В чем дело? Зачем ты убила стражника? Он был почти твой ровесник. Ты убила? Ему не повезло. Ты совсем не изменилась. Как будто ты никого не убивал. Я не убиваю бездумно и без причины. И не беру за это деньги. Вот дура. Короче, тебе убивать можно, а мне нельзя. Конечно, я понимаю. Зато он не очухается и не пойдет по нашему следу. Когда стражники очухиваются, я обычно уже исчезаю без следа, а ты вот наследила. Именно. Блин, не знаю, хоть бы убрала его. Вот всегда так. Женщины мусорят, а парни убирают. Это никогда не изменится. Ну почему так? А потом они еще и обижаются. Кидай его. Все, парни, лежите. По-моему, их не видно. Ой, обиделась она. Скажи еще спасибо, что я их убрал. Если ты так торопишься, может, я пойду первая? Первая? Да нет уж, лучше я схожу. Проверю. Ты меня только задерживаешь. Тебя задерживает эта штука. Че такая дерзкая? Чё толкаешься, Ты смотри, какая. Возомнила тут о себе. Ой, не то. Оп. Опа. Эй, что бы это значило? Опа. Опа. Прятки играешь? Молись, чтобы я тебя не нашел. А что мне еще с тобой играть? Я что-то слышал или показалось? Опа. Твою мать. А? Что происходит? Опа. Говорит баронская стража. Тут да никого есть? Там нету. Чё-то сразу. Либо я что-то слышал, либо я схожу. Либо, наверное, второе. Скорее всего. Чёртовы колокольцы! Хватит шляться взад вперед, а то новые сапоги стопчешь. Сэр, моя девушка хочет познакомить меня с отцом. А он не знает, что я вступил и в стражу. Что? Городская стража — это почетно. Видите ли, сэр, он верит в эти гадкие слухи, что мы все продажные. Да неужели? Тогда скрути, ублюдка, в бараний рог. Понял? Да. Я уже представил, как это все будет выглядеть. Например, так, цитирую. Здравствуй, пап, я привела тебе нового парня знакомиться своего... вот, познакомься, его зовут, там, не знаю, Джейкоб. Здравствуйте, молодой человек, очень приятно. Да. А чем вы занимаетесь? Кем работаете? Боюсь, что я тебя опережу? Я с тобой поделюсь. Скорее всего. Да-да, беги-беги. Я боюсь, что из-за тебя нас обоих убьют. Я в порядке, не понял, я быстрее двигаюсь, быстрее карабкаюсь. Быстрее убиваешь. Да-да. И делаешь ошибки. Да-да. Ты неуравновешена. Именно поэтому я лучше. Смирись с этим. Давай же закончим эту работу.
Сэр, я работаю в Баронской страже. Причем без этого. Но я слышал, что вы все продажные. Ах ты ублюдок. Вот примерно так это и будет выглядеть. Так, мы украли в нее коготь. И что ж теперь? Как она себя поведет? Оу, камешек ценный. Полагаю, мы за этим пришли. Камень примали. Мантии. Мантии всегда дурной знак. Согласен, но со синим мне так не казалось. Хотя это все не совсем мантии был. Это же барон Нордкрест. Мы собрались здесь, чтобы привести этот город в новую эру. Век прогресса. Давайте же приступим к вызову. К вызову примали. Сандра Сетракакан. Сэкен Рана. Давай, спускайся сюда, будет весело. Нет, надо уходить. Дело да, сделано. Уходим. Ты смеешься. Здесь что-то не так. Подожди. Слишком опасно, а ты еще не готова. Ты сам знаешь, я уже не ребенок, я справлюсь. Я пойду туда с тобой или без тебя? Без этого ты никуда не пойдешь. Что? Коготь свой потерял, да? А, не-не-не-не. Получила? Вот именно, не нужно быть такой наглой. И всегда пытаться все делать самой. Когда говорят старшие люди, нет, значит нет. И, по-моему, ребятки вас спалили. Куда ты на стекло полезла, дура? Вот же дура. Да. Отлично. Провались еще. Пока. А нет, не пока. Пока еще. Так, он же тебя держит. Да хрена с два, какой далеко. А теперь пока. Ни хрена. Вот это там сила. Вот теперь я пока. А, ну братишка меня подержит. Подержи меня немножечко. Так. И что дальше? Вот твою же мать. Да. Наверняка Равшан Джамшу там делали. Это 100%. Ладно. Не очень хороший расклад событий. Так, и где мы? Ага, значит, нас везут. О, гляди! Он проснулся. Я проснулся, и что будет в следующей серии, друзья, вы уже увидите. Собственно, в следующей серии. Ладно, но на этом пока что все. Первый взгляд на игрушку. Игрушка мне нравится. И я буду ее проходить дальше. Так что всем спасибо, кто посмотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и до скорых встреч, друзья. Пока.